Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я предлагаю начать. Меня зовут Фурсов Михаил, я являюсь руководителем отдела развития Москвы и Московской области. И сегодня я для вас проведу обучающий семинар, тема которого «Зимнее решение факта». Впереди у нас зима. Надеюсь, что ни для кого не секрет, что 5 дней назад началась календарная зима. И что зимой нам сулит? Ну, минимум, наверное, продаж и, возможно, какие-то рекламационные заявления, которых я, конечно, никому не желаю. Но зимний период – это время, когда проверяется кровля на гидроизоляцию, на энергосбережение. Коль уж мансардные окна – это аксессуар кровли, то, соответственно, мансардные окна точно так же проверяются термосбережению, гидроизоляцией, и, соответственно, к ним, на них возложена огромная надежда и, соответственно, клиентов, которые приобрели мансардные окна. Вот. И, соответственно, мы сегодня будем отвечать на основные вопросы, которые связаны с зимним временем года и мансардными окнами. Вот. Вопросы, конечно же, связанные первые, это с энергосбережением, то есть каждый клиент, который строит для себя дом, он озабочен тем, чтобы материалы, которые закладываются в его конструкцию, они были максимально теплыми и, соответственно, тепло максимально держалось в доме. Второй момент, это, конечно же, защита от протечек. То есть ни в коем случае нельзя допускать, чтобы особенно в зимний период, да и не только в зимний период, конечно, в течение летних дней мансардные окна как-то протекали. И третий момент – это эксплуатация окон в зимний период, то есть это уборка окон от снега, от наледи, от каких-то зимних осадков. Вот сегодня мы вам предлагаем комплексное решение, как ответить на все эти вопросы вашим клиентам. Потому что для большинства клиентов, ну, как минимум, возникает вопрос, да, каким именно образом эксплуатировать окна в зимний период. Для некоторых же клиентов вот именно эти нерешенные вопросы – это повод для того, чтобы отказаться от мансардных окон. Сегодня мы на все эти вопросы отвечаем и предлагаем вам именно комплексное зимнее решение. Сегодня мы не будем с вами говорить о том, чем отличаются мансардные окна там, друг от друга, чем отличается модель стандарт от модели профи, для чего нужны чердачные лестницы, гидропароизоляционные материалы и так далее. Сегодня у нас узкоспециализированный семинар, направленный чисто на зимнюю тему. И впереди у нас с вами три блока. Три блока, в котором в первом мы будем говорить про инновационные продукты компании ФАКРА, чем же продукция ФАКРА отличается от конкурентов. Второй блок – это специально зимние окна, которые подготовлены для суровых климатических зон и для снежных зим, для снежных регионов. И третий – это уникальная система антиобледенения, которая на данный момент уникальна в России. Сегодня мы вам ее будем презентовать, и вы, соответственно, первыми услышите, зададите первыми вопросы нашим специалистам Рогачеву Сергею, техническому руководителю ФАКРА, Александру, это нашему гостю и партнеру, вот, зададите основные вопросы, которые вас интересуют вот, по системе антиобледенения. То есть мы сегодня говорим, что про очистку окон от снега в зимний период теперь с окнами ФАКРА, с вот этими элементами, которые мы сегодня презентуем, можно забыть.
И переходим с вами к первому блоку, это блок инноваций. Ну, на данный момент патентуется в год порядка где-то 100 заявок на патентирование ФАКРА подает. И компания ФАКРА является сейчас действительно инновационной компанией, то есть в компании сосредоточен штаб инженеров и проектировщиков, которые каждый день работают над тем, чтобы усовершенствовать наши узловые детали, придумывать новые ассортименты, какие-то функциональные вещи. И вот этим отделом как раз были созданы такие элементы безопасности, как система TopSafe. Было создано окно с приподнятой осью поворота створки, самые высокие окна в мире, механизм преселект и так далее. То есть мы, работая в компании ФАКРА, ассоциируем слово «инновация» с названием ФАКРА. Вот, но что именно, какие именно узловые детали мы, каких именно узловых деталях мы имеем преимущество? Сейчас я вам постараюсь показать, что практически во всех сферах, во всем функционале компания ФАКРА за 20-летнюю историю уже достигла преимуществ. Ну, например, с точки зрения освещения помещения, через окна ФАКРА проходит большее количество естественного света. То есть при одинаковых размерах окна с конкурентом света проходит больше, но, соответственно, освещенность помещения лучше, выполняется лучше функция, для которого мансардное окно было запрещено. Да? То есть мансардные окна были созданы для того, чтобы осветить подкровенное пространство, ну и, соответственно, проветривать это подкровенное помещение мансардное. Через окна ФАКРА, соответственно, помещение освещается лучше. Лучше из-за чего? Благодаря конструктиву. То есть мы наш вентиляционный клапан, в отличие от наших основных конкурентов, расположили не в оконной створке, а в оконной коробке. То есть там, где у конкурентов располагается ручка с вентиляционным клапаном, мы уже вентклапан расположили. Там, где у них ручка, у нас идет стеклопакет, а вентклапан мы расположили в оконной коробке. То есть, соответственно, площадь полезного остекления получилась больше. А вентиляционный клапан также является полным преимуществом у ФАКРА. Вентиляционный клапан практически во всех моделях является автоматическим. Вот. В чем преимущество автоматического вентиляционного клапана? Ну, во-первых, он уникальный, аналогов ему на российском рынке нету. Пропускная способность у него до 49 метров кубических в час. И самое главное, то, что он экономит деньги клиента. То есть он позволяет затратить меньшее количество денег на обогревы помещения из-за того, что он сам регулирует подачу воздуха внутрь помещения в зависимости от разницы давлений. То есть у нас в конструкции получается присутствует гибкая диафрагма, которая посередине именно оконной коробки находится, и вот эта гибкая диафрагма реагирует на разницу давлений. Когда у нас на улице начинаются сильные порывы ветра, понижение температуры, эта гибкая диафрагма сама приподнимается, и тем самым при закрывая вентиляционное отверстие, тем самым воздух в помещение, проход воздуха ограничивается, и это является непосредственной экономией денег клиента, потому что не допускается вымораживание помещения, не допускается каких-либо сквозняков и так далее. Помимо всего прочего, помимо того, что этот вентиляционный клапан является автоматическим, он еще является антиконденсатным. Это тоже немаловажно, потому что с помощью вентиляционного клапана ФАКРА ни в коем случае не допускается попадание капиллярной влаги и какого-то конденсата во внутренней части окна. То есть конструкция такова, то, что в любом случае, когда сталкивается холодный воздух с теплым воздухом, возможно образование конденсата. Вы все это прекрасно знаете. И вот из-за конструкции вентиляционного клапана ФАКРА этот конденсат ни в коем случае не проходит внутрь помещения, а остается с наружной части и либо высыхает, либо выветривается. Ну, вот, соответственно, в отличие от наших конкурентов. И мы утверждаем, что даже при очень сильных порывах ветра и косом дожде, при порывах ветра около 130 км в час не будет задувания воды, вот, дождя, какой-то косой влаги через вентиляционный клапан внутрь помещения. Ну, соответственно, через мансардное окно ФАКРА достигается оптимальное количество естественного света, которое проходит внутрь помещения, и достигается оптимальный энергетический баланс этого помещения. То есть помещение постоянно проветривается с помощью вентиляционного клапана. Его не нужно постоянно открывать-закрывать, он сам регулирует подачу воздуха в помещение. А через стеклопакет, соответственно, в зимний период проходит доступное тепло, естественное тепло. Что это значит? Получается, когда у нас окно закрыто, у нас через стеклопакет даже в зимний период проходит
солнечная энергия, солнечные лучи, они проходят внутрь помещения и нагревают это помещение. И из-за того, что на всех стеклопакетах фактора нанесен низкоэмиссионный слой серебра, вот это тепло, оно обратно через стеклопакет на улицу не выходит. То есть оно остается внутри помещения, и, соответственно, получается, что через стеклопакет, помимо доступа света, еще и осуществляется вот доступное нагревание помещения, естественное нагревание. Вообще все стеклопакеты ФАКРА, естественно, являются, являются энергосберегающими, они являются закаленными стеклопакетами, то есть везде на внутреннее стекло закалено, везде на внутреннее стекло нанесен низкоэмиссионный слой серебра. Камера между стеклами заполнена в однокамерных стеклопакетах аргоном, в двух и в трех камерных стеклопакетах инертным газом криптон. Есть у ФАКРА еще одно преимущество, что касается энергосбережения, это теплая дистанционная рамка. То есть теплая дистанционная рамка, она ограничивает стеклопакет по периметру, то есть по всему периметру стеклопакета идет дистанционная рамка. В то время, когда у конкурентов она обычная стальная, у нас она утепленная. То есть на что влияет утепленная дистанционная рамка, в чем ее преимущество? Преимущество в том, что контакт между внешним стеклом и внутренним стеклом, он полностью ограничен на полипропиленом. То есть промерзание через дистанционную рамку, оно почти полностью минимизировано. Вот. А это влияет на то, что по углам стеклопакета, да, на внутренней стороне не будет капиллярной влаги, не будет какого-то запотевания и так далее. То есть стеклопакеты с теплой дистанционной рамкой более теплые стеклопакеты. Стальную дистанционную рамку мы устанавливаем только на базовой модели окна, на модели окна стандарт. Ну и, конечно, на энергосбережение, на защиту от промерзания и протекания влияет система контуров уплотнения. Ну, ФАКРА, я уже сказал, инновационная компания, и мы на месте не стоим. Если вы вспомните еще продукцию 2-3 года назад, то на модели окна FTS было 2 контура уплотнения, на модели окна профи было 3 контура уплотнения. Да? С декабря 2012 года на модели окна стандарт мы делаем полный комплект контура уплотнения уже 3. Да? То есть и сейчас все окна, которые вы продаете, идут с полным комплектом контура уплотнения 3. На модели окна профи и всех остальных моделях мы сделали 4 уплотнителя. Вот. И все окна, которые вы сейчас будете продавать, модели профи, преселекты, окна термо, они уже идут с 4 уплотнителями. Но вот обратите внимание, 3 уплотнения идет, 2 уплотнения идет по периметру оконной створки, и 2 уплотнения идут под накладками. Это вот цифра 1 и цифра 4. То есть новое уплотнение, вот которое цифра 1, это уплотнение со стороны стеклопакета. То есть мы ограничили какое-либо промерзание и какую-либо протечку капиллярную со стороны стеклопакета под накладку. То есть вот это контруплотнение новое, и сейчас все модели профи и остальные, да, окна кроме модели стандарт, вот будут идти вот с этим контруплотнением. То есть получается уплотнитель становится 4. Плюс есть эксклюзивное примыкание, которых нет также у конкурентов. Это специальные прорезиненные уголки, которые располагаются по углам оконной створки и препятствуют прохождению капиллярной влаги и каких-либо протечек. Вот именно в самом слабом узле окна это примыкание нижней части оконной створки и нижней части оконной коробки. То есть это дополнительные уплотнители именно по углам. Да? Аналогов этой системы также нет. То есть ее использует только компания ФАКРА. Вот еще одна заявка на патентирование. Эта разработка ведется в настоящее время. Она уже опробована на пластиковых окнах. Тоже уникальные решения, которых нет у конкурентов. Это система влагоотведения. Ну вот профессионалы кровельного рынка поймут сейчас, что это такое. Вот здесь в разрезе конструктив присутствует. Окна видите, оконная створка. Оконная коробка. Вот, соответственно, сопротивляется контура уплотнения. И красным цветом вот именно обведено влагоотведение. То есть получается физика какова? Если окно завалено снегом в нижней его части, да, то есть на улице лежит снег около окна, поднимается капиллярная влага. И эта капиллярная влага может переходить через оконную коробку и, соответственно, сосредотачиваться вот около первого контуруплотнения, вот в месте примыкания створки и коробки. Вот эта система влагоотведения позволяет полностью увести вот эту капиллярную влагу на гидроизоляцию.
Да, то есть вот эта проблема, она у всех абсолютно мансардных окон существует, вот, и мы придумали решение, да, чтобы вот эта капиллярная влага, она в зимний период, она обязательно отводилась. То есть пластиковые окна, на которых опробованы вот эти технологии, они не текут. То есть никакой капиллярной влаги не образовывается, она все уводится. Соответственно, в 2014 году эта технология будет внедрена во все модели окон для крыши Фатра, и, соответственно, на российский рынок они будут поступать вот именно вот с этой системой. Ну, что касается древесины. Древесина, как всегда, первого класса качества, без сучков и без стык по длине. Древесина российская, вологдистая деревообрабатывающее производство, там древесина заготавливается и, соответственно, в Польше уже покрывается несколькими слоями лака, пропитывается антисептиком в вакуумной камере. Древесина обязательно на видимой стороне окна не допускается присутствие склеек по длине и сучков. То есть нигде клиенты не увидят, что на видимой стороне какие-то либо изъяны. И это касается и базовой модели окна стандарт и модели окна за 150 тысяч рублей, неважно. То есть у нас везде класс древесины, он единый. Плюс по древесине есть еще одно преимущество, но это не только по древесине, но и по пластику. Все угловые соединения, соединения створки с коробкой, они дополнительно проклеены. То есть все угловые соединения, клиент, ну, никогда подойдя к окну, у него не будет каких-либо в углах вот здесь вот щелей, каких-то, да, там засорившихся там мошек, либо еще что-то. То есть угловые соединения, они как будто угол окна, он целиковый идет. Ну и, конечно же, монтаж. То есть залог того, чтобы окно было правильно функционировало, это, конечно же, его правильный монтаж. Монтаж, мы тоже о монтаже позаботились и сделали универсальную систему монтажа. То есть благодаря тому, что уголки идут специализированные, монтаж может осуществляться как на стропильную часть, так и на обрешетку. То есть монтажник, в принципе, сам вправе выбрать, куда ему нужно смонтировать окно, и можно смонтировать. Вот. Если сравнивать с конкурентами, конкуренты, да, монтируются, основные конкуренты, только на обрешетку. То есть в любом случае нужно добивать обрешетку, и тем самым как бы монтаж окон Фатра осуществляется более быстро и более качественно. Плюс есть еще один нюанс по монтажу. У нас есть разные глубины посадки. То есть глубина посадки – это насколько оконный блок утоплен вглубь кровельного покрытия относительно верхнего края обрешетки. То есть при разных кровельных покрытиях вот этот уровень утопленности окна можно выбирать. То есть есть три глубины посадки. Стандартная глубина посадки – это посадка В, 6 сантиметров, то есть на 6 сантиметров окно утоплено в кровлю. Если, например, идет высокопрофильное кровельное покрытие и профиль очень высокий, нам нужно оконный блок чуть приподнять относительно кровельного покрытия, чтобы стекающая влага, стекающая вода, она не захлебывала вот это окно, да, и окно было более, более выступало относительно стока воды. Поэтому мы устанавливаем окно на посадку R. Если нам нужно наоборот визуально, допустим, утопить окно в кровлю, либо в холодных климатических зонах его максимально утеплить, тем самым как бы расположив окно в тепловом контуре здания еще больше, мы устанавливаем окно на посадку G. Варианты посадки выбираются в соответствии с окладом. То есть если у нас стандартная глубина посадки, посадка V, то это оклад, допустим, EZV. Если нам нужна посадка N, то это будет оклад EZN. То есть последняя буква оклада – это и есть глубина посадки. И, конечно же, мы позаботились о безопасности. То есть безопасность в Европе один из самых главных, наверное, факторов. В Евросоюзе был введен новый стандарт по безопасности, который классифицирует все мансардные окна. И вот по этому классу аттестованы мансардные окна, которые производятся в Евросоюзе, и сделано такое заключение, что из 5 классов безопасности у Фатра минимальный 3-й. То есть в основном все окна Фатра – это 4-го и 5-го класса безопасности. То есть Фатра имеет максимальную степень защиты от проникновения внутрь помещения. Ну, потому что закаленные стеклопакеты, допустим, да, они присутствуют практически у всех производителей. И защита там от каких-то камней, града, там, осадков, она, в принципе, обеспечена. Но не каждое окно защитит вот именно от проникновения внутрь помещения.
Вот мансардное окно Фавра защитит от проникновения внутрь помещения. И что по этой уникальной системе TopSafe было сделано? То есть мы усилили систему крепления петель и запатентовали ее. То есть петли более усиленные, защищены от выдавливания, от излома какого-то. В нижнюю часть оконной створки, да, вот сюда, мы снабдили ее металлической деталью, да, вот она. Соответственно, чтобы не подцепить окно помпой, либо как-то добраться до ручки. Вот, и в ответную часть, мы снабдили металл, вот сюда, вот, чтобы ответная часть тоже никак не изламывалась и окно не открывалось. И помимо всего прочего, есть система блокировки стеклопакета. То есть блокировка для чего нужна? Для того, чтобы с внешней стороны, когда окно закрыто, не было возможности снять стеклопакет. В то время как у конкурентов стеклопакет отключивается снаружи в течение 2 минут, из-за системы блокировки ФАТРа это сделать невозможно. То есть в любом случае нужно открывать створку, вытаскивать створку и только после этого снимать стеклопакет. Вот. И хочу подвести итог первого раздела и еще раз подчеркнуть моменты, которые влияют на функциональность, на эстетику окна, на безопасность. То есть практически во всех узловых решениях Фатра сейчас на данный момент имеет преимущество. Ну, что касается, например, освещения помещения. Площадь стекла больше, света проходит больше. Вентиляция. Вентклапан запатентован нами, он автоматический и он антиконденсатный. Древесина. Древесина первого класса качества, без сучков, без клеек подлиннее, плюс угловые соединения все дополнительно проклеены. Монтаж. Монтаж тоже более простой, более удобный. И он является, да, универсальным. Система уплотнений. То есть пока у конкурентов на базовой модели также остается 2 контуруплотнения, на модели там комфорт класса 3 контуруплотнения, мы пошли дальше. Базовая модель у нас уже с 3 контуруплотнениями. И модели окна профи уже идут с 4 уплотнителями. Конечно же, безопасность. Система TopSafe говорит о многом. То есть вы, продавая продукцию Фатра, уверены в том, что вы продаете безопасный продукт, через который практически невозможно проникнуть внутрь помещения. Ну и, конечно же, у компании Фатра продолжает действовать программа универсального уникального технического сервиса, по которой все запчасти предоставляются абсолютно бесплатно, пожизненно. То есть мы настолько уверены в своей продукции, что заявляем вот эту программу здесь в России, и все запчасти, которые ломаются по каким-либо причинам у ваших клиентов, они подлежат выдаче бесплатно. Будь это стеклопакет, будь это петли, какие-либо накладки, контруплотнения и так далее. То есть все запчасти пожизненно бесплатно. Вот. Но мы с вами сегодня собрались для того, чтобы обсудить зимние решения Фатра. И вот мы конкретно переходим к второму нашему блоку, в котором я презентую специальные решения для русских зим. Мы первыми в 2010 году начали говорить о том, что специально для России нужно выпускать окна, подготовленные к зиме, и выпустили 3 модели окна для крыши с 2- и 3-камерным стеклопакетом. Модель окна FTP-VU5. Это окно с 2-камерным стеклопакетом, которое практически во всех моделях, во всех размерах в наличии на складе. Стеклопакет модели FTT-U6 и FTT-U8, они поставляются под заказ, но модель окна FTT-U8 это самое теплое окно на российском рынке. То есть самое максимально подготовленное окно для холодных климатических зон. Чем же модель окна, допустим, FTT-U8 с 3-камерным стеклопакетом отличается от обычного мансардного окна Фатра, да, с 1-камерным стеклопакетом, который вот перед вами присутствует? Ну, соответственно, 3-камерный стеклопакет. 3 камеры, у которых все стекла абсолютно закалены, и имеется покрытие из низкоэмиссионного слоя серебра, которое задерживает тепло внутри помещения и в летний период не дает проникать внутрь помещения инфракрасным ультрафиолетовым лучам и не выгорает обои, паркет, мебель там, и так далее. Плюс оконная коробка и оконная створка, они более массивные, они более толстые и, соответственно, защищены от промерзания. Количество уплотнений также увеличено. На оконной створке идет не 2, а 3 контруплотнения, и плюс еще 2 уплотнителя идут по периметру накладок. То есть всего 5 уплотнений, и как раз они обеспечивают максимальное энергосбережение и максимальную защиту от промерзания.
эти окна суперэнергосберегающие с 5, 6, 8 стеклопакетом, конечно же, мы рекомендуем для загородного строительства, для тех коттеджей, домов, которые вот строят ваши клиенты, потому что эти окна, они как раз позволяют максимально обеспечить сбережение тепла соответственно, в мансардном помещении. Но если посмотреть на термодиаграмму, то видно, да, что модель окна FPTO8 относительно обычного окна с однокамерным стеклопакетом защищает от промерзания существенно лучше. Ну, конечно же, благодаря более теплому стеклопакету, из-за того, что древесины, больше контуров уплотнения, больше физика, конечно, намного теплее этого окна. Вот. И, ну, конечно же, вы должны помнить, что двух, там, трехкамерный стеклопакет, ему может быть грош цена, если оно неправильно установлено. Если вместе с окном не проданы утеплитель, да, который мы предлагаем на заводской, не проданы гидропароизоляционные материалы, если не утеплена зона установки отходцев, конечно же, окно будет держать температуры, то есть коэффициент сопротивления теплопередачи вот этого окна 0,96. Вот. Метров квадратов на Цельсий на ватт. То есть это максимальный коэффициент, который вообще в России присутствует. Но если нет утепления, то, конечно, оно будет промерзать по периметру своей установки. Поэтому мы сделали вот именно специальный подраздел решения для русских зим, в которые входят помимо окна термо специальный изоляционный оклад утепленный. Аналогов этому утепленному окладу также нет на российском рынке. И получается, что это оклад, который по периметру во всех элементах своих имеет утеплитель. То есть получается, что самый верхний контур утепления он заложен в изоляционном окладе алюминиевом. В комплекте, конечно же, идет оклады для монтажа. Это оклады XDK, гидропара, теплоизоляция и плюс дополнительно теплоизоляционный пояс XWT. То есть получается, что вот этот комплект – это самый теплый комплект, который можно предложить вашему клиенту вот сейчас на российском рынке. И мы с вами переходим к гвоздю нашему сегодняшнего собрания. Вот, у нас сегодня семинар посвящен в первую очередь решению, которое позволяет навсегда забыть про очистку окна от снега и наледи. И сейчас мы вам его будем впервые презентовать. То есть до сегодняшнего момента мы держали в тайне вот сегодняшний наш семинар, мы не так давно о нем сказали, да, вам, но по крайней мере держали в тайне вот наш продукт. Вы его в информационных буклетах, да, которые вам раздали, сейчас уже увидели, вы увидели стенды. Вот. Ну, телезрители, которые нас смотрят по всей России, соответственно, еще ничего этого не видели, я расскажу. То есть вы сегодня первыми узнаете про наш новый продукт, у вас есть уникальная возможность задать, соответственно, все интересующие вас вопросы, плюс высказать какие-то комментарии, предложения и так далее. Но сначала про проблему. Да, проблема обледенения окна. Ну, какие могут быть проблемы? Вот у нас установлено мансардное окно. Оно в зимний период при обильных снегопадах, конечно же, завалено снегом. Снег чуть подтаивает на стеклопакете, начинает стекать вниз к окну, замерзает. Да, вот в этих местах возможно проникновение какой-то капиллярной влаги, она поднимается, отжимает вот эти контуры уплотнения и проникает внутрь помещения. То есть все производители мансардных окон, и мы, и конкуренты, рекомендуют и очень такой убедительной форме рекомендуют, для того, чтобы окна зимой не текли, не было протечек, нужно убирать снег с окна и по периметру установки окна. Соответственно, перед вами представлено решение, которое позволяет больше не вылазить на кровлю, не открывать окно и как-то выбираться на кровельное покрытие, чтобы очистить его от снега, не вызывать какую-то бригаду монтажников, которые за деньги очистят им этот стеклопакет. Плюс есть проблема в том, что если эксплуатирующая компания в поселке, допустим, обслуживает кровлю и начинает убирать со стеклопакета снег, ходят там ломами, убирают эту наледь, потом вот наши технологи знают, что получается по весне дырки в окладах, разбитые стеклопакеты, поврежденные накладки и так далее. Все про это можно теперь забыть с помощью уникального предложения факта, это обогреваемые стеклопакеты.
Нагреваемый стеклопакет. На данный момент это инновационный момент в России, то есть аналогов ему нету. Для того, чтобы убрать окно от снега с внешней стороны, образно говоря, втыкается вилка в розетку, и в течение там, 10, ну, может 15 минут, может и меньше, окно очищается полностью от наледи и снега. Вот это предложение, как вы можете продавать своим клиентам. У вас есть вот информационный листочек, и там описана вся техническая информация по данному продукту, плюс написаны размеры и цены его. То есть данный стеклопакет можно продать как уже установленным окна Факра любых моделей, да, и любых годов установки, так и можно продать вашему новому клиенту, который может, ну, и хочет именно купить окно сразу с обогреваемым стеклопакетом. Разберем тот случай, когда окно уже установлено у клиента, и клиент категорически недоволен, то, что в зимний период он через него ничего не видит, оно завалено снегом, плюс, может быть, возможно, какие-то там протечки, он не хочет его категорически убирать там, и так далее от снега, он не может это сделать. Соответственно, есть под любой размер окна есть стеклопакет, да, на него есть, соответственно, цена. Вы продаете этот стеклопакет. Стекло, в принципе, ничем не отличается от стеклопакета Факра. Вот на данное окно установлен подогреваемый стеклопакет. Он точно такой же прозрачный, на нем нет никаких там сеточек, ничего не видно. Выглядит он как и обычный стеклопакет, допустим, модели U3 однокамерный. Вот. Но конструкция его какова? Если вы помните, что стеклопакет Факра имеет только внешнее закаленное стекло, здесь на этом стеклопакете два стекла каленые. Внутреннее стекло каленое и внешнее стекло, оно также закалено. И на внутреннее, и на внешнее стекло нанесен низкоэмиссионный слой серебра. То есть в том случае, даже когда этот стеклопакет выключен, все равно помещение наполняется теплой энергией солнца. На внешнее стекло с внутренней стороны, со стороны камеры, нанесено покрытие, которое образует инфракрасные лучи. И на это покрытие нанесен нагревательный слой, который именно нагревает стеклопакет, и снег, соответственно, и наледь, она тает. Технология и технические характеристики. Стеклопакет работает от сети 220 вольт, да, вот сюда подведена. Питание 220 вольт. Температура на поверхности стеклопакета от 30 до 50 градусов. То есть вот здесь сейчас мы его отключали, вот я его включил, оно начинает греться. У нас меряется спектр под тепловизором, и, соответственно, на этом тепловизоре можно сейчас будет наблюдать, да, температуру стеклопакета, до чего оно нагреется. То есть в момент, когда мы его отключили, там температура была порядка 33 градусов. То есть это абсолютно достаточно, да, для того, чтобы, соответственно, растопить снег и наледь. Что касается безопасности, ну, как я уже сказал, стекла закаленные, соответственно, защита от разбития даже с внутренней стороны, она гарантирована. Плюс греющий слой и проводка, они находятся внутри стеклопакета, и контакт он с человеком, он исключен. И настолько вот, технология доработана, то, что на данный момент просто невозможно как-то замкнуть, либо как-то сломать, либо как-то перегреть. То есть вот у нас здесь установлен радиатор, вот радиатор. Мне запретили категорически к нему прикасаться, вот температура около 200 градусов, да, 200 градусов. То есть это на испытание вот именно вот этого слоя, именно вот этого стеклопакета. То есть температура, да, до которой он может накалиться, 200 градусов, его можно там включить на протяжении всей там зимы, естественно, и с ним ничего не случится. Но, конечно же, нам таких температур просто нету смысла, да, делать на кровле, поэтому 30-50 градусов по Цельсию – это вполне достаточно. Плюс данный стеклопакет можно включить в систему сигнализации дома, и в случае какого-то там его разбития, вот это будет датчиком сигнализации. Это тоже, что касается безопасности. Монтаж. Если мы хотим установить окно на стеклопакет, на уже установленное окно, что нам нужно сделать? Мы продаем стеклопакет, ну вот, допустим, под размер окна 78 на 118. Чтобы нам его поменять, мы снимаем оконную створку. Снять оконную створку можно
нажав на специальные, контура, которые располагаются в петлях, створка снимается, мы ее вытаскиваем на пол, откручиваем стеклопакет и вставляем новый наш подогреваемый стеклопакет. Вставляем подогреваемый стеклопакет. Далее что мы делаем? Мы прячем всю проводку под накладками, да, стеклопакета, то есть проводка будет проходить вот здесь вот, под накладками, проводка изолированная, естественно. Сверлим в оконной створке, сверлим под контактную пару, под разъем, да, вот здесь вот. И проводим токопроводящий кабель. Токопроводящий кабель также будет скрыт под отделкой. Вот, и в конце концов получится на данный момент это вот такая вот технология, вот таким вот образом сделанная. Здесь у вас присутствует, ну, не скрытый кабель, да, ну, для того, чтобы вам все правильно показать. Так он будет в цвете, и он будет впоследствии закрыт коробом специальным, чтобы ни кабель, ни контактная пара не были видны, ну, визуально, для того, чтобы сохранялась, опять же, эстетика. Ну и, конечно же, подогреваемого стеклопакета его просто недостаточно без термокабеля. Получается, если мы полностью очистили стеклопакет, у нас вода, ну, снег растаял, и вода стекла вниз окна, то внизу окна она, конечно, и намерзнет. И проблема у нас останется, возможно, там проникновение каких-то капилляров и так далее. Обязательно нужно использовать термокабель. Для того, чтобы термокабель нигде там не закупать, он у нас, соответственно, также прилагается. То есть на каждое окно, на каждый размер рассчитана вот именно определенная длина этого термокабеля. У него также есть цена, и мы именно вот это решение предлагаем комплектом. То есть стеклопакет подогреваемый плюс термокабель. Термокабель, да, ну вот видите, каким образом он укладывается, и, соответственно, он позволяет растопить снег и наледь под окно. Конечно же, необходимо обеспечить стекание вот этого растающего снега до прям до фронтона, то есть прям по всему периметру кровли, ну, внизу окна. То есть это тоже необходимое условие. Вот. Ну и как это все должно выглядеть? Вот, то есть два окна, на которых полностью растаял снег, внизу окна тоже нету никакой наледи, окно абсолютно комфортно открывается, то есть нету, да, вот этой блокировки, когда окно заледенело, его невозможно открыть, и там при открывании там напрягаются петли, либо там ломаются как-то накладки. То есть все, окно полностью в зимний период готово для того, чтобы его правильно эксплуатировать. Вот, и никаких проблем с ним не возникает. Вот, ну и подводя итог нашего сегодняшнего с вами семинара, хочу еще раз вам отметить, что практически сейчас во всех моделях окна Факра любые узловые детали, любые узловые решения имеют преимущество, да, как в безопасности, так и в надежности, так и в энергосбережении. Специально для строящих коттеджей, где стоит задача максимально сохранить энергию, да, которую там и деньги клиента, сделаны окна для русских зим, вот, то есть решение для русских зим. И, конечно же, теперь можно навсегда забыть про уборку кровли от снега, да, для того, чтобы выладить на кровли, как-то это все очищать с помощью вот решения вот Факра с подогреваемыми стеклопакетами. В принципе, на этом все. Вот сейчас я предлагаю пройти сюда Рогачева Сергея и Александра, нашего партнера, который производит для нас вот эти стеклопакеты. И мы с удовольствием ответим на ваши все вопросы. Ждем вопроса. Что непонятно, с какими проблемами сталкивались, и вот как думаете, насколько это решение будет полезно и оправдано на российском климате? Решение будет оправдано, потому что постоянно есть, чувствуется потребность. Постоянно чувствуется потребность. Ну, у нас вот сколько семинаров в этой гостинице было, да, вот мы и на третьем этаже, там, на втором все время собирались. После семинаров у нас каждый раз возникал вопрос, ну, либо там, когда мы уже обсуждаем около стенда, а будут ли подогреваемые стеклопакеты? То есть есть реально проблемы зимой, есть реальные отказы клиентов в зимний период, то что, ну и не только в зимний, а отказы клиентов от покупки окна, потому что не решен проблема именно уборки окна от снега. То есть для кого-то это реально, ну, трудность и проблема. Вот. Сейчас эта проблема решается. Решаемо полностью с Факра.
данный стеклопакет подходит по программам по замене? Бесплатному сервису? По бесплатному сервису. Она не подходит, потому что это считается заказной стеклопакет, как витраж, как любой нестандартный стеклопакет, также она не будет подходить под эту программу. Система кабеля, которая вокруг, она включена полностью в систему через окно подключения? Основной акцент делался на то, что у людей уже сделано, стоят мансардные окна, и как проводить провода. В комплекте с кабелем будет идти механизм, через который будет проводиться этот провод и, соответственно, внутрь помещения. Это будет все делаться через оконный блок. То есть там, если пояснить, при установке рольстаминга, кто знает, там есть специальный шаблон, как правильно распределить оконную коробку, чтобы обеспечить, да, именно прохождение кабеля. То есть здесь также будет вот этот шаблон, чтобы правильно засверлить вот этот кабель. Это только в том случае, когда у нас уже полностью сделана отделка, для того, чтобы не разбирать отделку, мы сверлим оконную коробку. Когда у нас, соответственно, отделки нету, да, у нас есть утеплитель, там гидроизоляция, пароизоляция, естественно, мы проводим сбоку оконной коробки, выводим этот кабель через верхнюю накладку, да, вот как датчик дождя, ну и, соответственно, вот отсюда у нас будет выведен вот этот кабель. Причем у него, видите, конструкция такова, то что у него есть холодная часть, да, которая вот именно будет проходить внутри помещения, и вот у нас уже нагреваемая часть пошла, которая будет уже укладываться на улице. Плюс у него такая система идет, да, вот у него датчик температуры, и он при постоянном включении смотрит, да, какая температура за бортом, и сам регулирует свой нагрев. То есть если у нас температура в районе там 0 градусов, он греется, да, чуть-чуть. Если у нас температура там минус 20 градусов, он, допустим, греется на полную. Вот, тем самым растапливая, да, все осадки, которые по периметру. Да. Греется на 10 сантиметров приблизительно. Вот, сколько согревает. Будет примерно энергопотребление одного окна вместе со всеми нагревателями? Метр квадратный порядка 10 ватт. В час? Да. Нет, не в час, неправильно. То есть вы его включаете кратковременно для оставления. То есть механизм рассчитан так, нажали на кнопку, проходит 2-3 минуты, снег растаял, он автоматически выключился. Ну а кабель будет греться, потреблять энергию в зависимости от погоды. От 18 ватт он на метр погоны идет до 36, в зависимости опять плюс это минус. Работает с терморегулятором? Да, он с терморегулятором. И выводится еще там какой-то... На него можно ставить датчики погоды, тоже временные какие-то таймеры, но это уже как бы доп идет. Здесь вот уже установлен на данный момент заглушки терморегулятора, который реагирует на погоду. Если холодно, то он греется сильнее, если теплее, то он греется слабее. В зависимости от этого идет разное потребление электроэнергии. У вас есть модель окна FTP-электро. Так называемое умное окно. Возможность установки этого стеклопакета в умное окно. Возможно? Без проблем. Стеклопакет можно в любое окно поставить. Можно под заказ даже сделать двухкамерный стеклопакет с подогреваемым. С триплексом. Просто это будет удорожание по стоимости относительно той цены, которая у вас указана вот в этой брошюре. Вот здесь у нас система представлена, кстати, вот когда вы подойдете смотреть на это окно, вот она как раз с таймером представлена. То есть вот здесь нажимаете кнопку, там задано определенное количество минут. То есть нажав на кнопку, мы задаем промежуток времени, сколько он будет греться. То есть вот там стоит 3 минуты, то есть оно нагревается, в течение 3 минут работает, потом отключается. Можно задать 10 минут, можно 20, можно 15. Можно задать, нажать на кнопку, уйти, соответственно, да, оно, стеклопакет все растопит и, соответственно, выключится. Это система отечественного производства? Да, отечественного. Также возможно еще применение стекла как отопление для помещения. То есть мы можем делать нагревательное стекло как внешнее, так и внутреннее. А гарантия есть какая-то система? Что? Гарантия, да. 5 лет. Подключение проводки. Смотрите, у вас выведено из внутренней отделки. То есть получается, если отделка уже сделана, да, то будет достаточно проблематично подвести провода к окошку.
Может что-то придумать такое, чтобы проще было сверху, например, натуральный щипец поднять и провести провода. Ну, а у нас на российском рынке натуральные черепицы, где мало встречается. Основной аспект – это металлочерепица и мягкая черепица. Просто отделку очень трудно демонтировать. А ее не надо демонтировать, можно эти провода прятать в фальшкорах. Ну, в корах прятают, кто-то согласится, что хорошо, так открыто. Ну, здесь уже, как бы, опять же, решение клиента. Если продумывать это изначально и устанавливать вот этот весь комплект изначально уже на этапе строительство, тогда эти провода все можно спрятать. А если тогда уже сделать? Да, строительство. А если уже установлено? Ну, установлено придется. Пока на данный момент только обходиться пачками. Да. Ну вот что касается, как Александр сказал, отопления помещения, вот я про это как раз не упомянул, действительно это возможна функция, в этом случае делается и внешнее, и внутреннее стекло обогреваемым. И в этом случае у нас внутреннее стекло работает точно так же, как инфракрасный радиатор. То есть вот эта технология была сейчас применена в программе «Дачный ответ», если вы смотрели там в ноябре, вот мы, соответственно, устанавливали наши окна вот с этим подогреваемым стеклопакетом. Ну и плюс какой? То, что, опять же, экономия места внутри помещения, малые затраты электроэнергии, вот, ну и инновационность продукта. И получается то, что мансардные окна сейчас, помимо того, что они растапливают снег с улицы, они еще и греют помещение внутри. Так, еще какие-то вопросы у вас? Вот, ну, давайте, если вопросов нету, либо если они у вас сейчас появляются, вы можете подойти и все это посмотреть, пощупать, потрогать, включить, выключить. Вот, и после всего этого мы вас приглашаем на третий этаж, вот, соответственно, в ресторан для обсуждения более детальных этих вопросов. Сейчас, подождите, пожалуйста, вот сейчас еще один момент. Еще один момент. Нам нужно вам раздать сертификаты о том, что вы прослушали этот семинар и вы являетесь уже, можно сказать, специалистом в этой области. Сейчас у нас девушки будут называть фамилию, да, вы поднимаете руки, мы, соответственно, раздадим вот эти сертификаты. Если у кого-то есть сейчас вопросы, то задавайте. У вас вопрос? Смотрите, сейчас, пока мы вводим вот этот продукт, у нас это как бы не основная задача, мы это еще не обсуждали и никак не думали насчет этого. Впоследствии, может быть, будет какая-то программа, да, по замене, возврате, как привези старую музыкальную машинку, получи новую. Да, можно пояснение? Миша, вопрос. Микрофон передавай, пожалуйста. Можно пояснение какое-то? Сейчас. В расчете вроде указана цена на комплект. Прошу не сказать, цена на комплект. Ничего не слышно, включите микрофон. Большой указана цена на комплект, также отдельная цена на стеклопакеты, кабели. Вот такой вопрос. То есть получается нужно приобрести окно отдельно, без стекла, что ли, и вот этот комплект дополнительный, или какая-то есть цена на общую стоимость на окно, стеклопакеты, комплект, что здесь не указано. Если мы продаем комплект уже установленного окна, мы ориентируемся на эти цены. Если мы продаем окно уже с подогреваемым стеклопакетом, то к стоимости окна плюсуется вот эта стоимость стеклопакета и кабеля. Где можно стоимость полностью? Полная стоимость – это стоимость окна, которая сейчас прописана в прескуранте, плюс вот стоимость стеклопакета, который указан в этом месте. В данный момент это запускается вот таким вот образом, да. То есть впоследствии, возможно, будут какие-то корректировки, информационные письма, мы будем как-то это адаптировать. Такой вопрос. То есть получается, что нам нужно отдельно купить окно со стеклопакетом, которое нам в дальнейшем не пригодится, и купить стеклопакет с кабелем в комплекте, да, для того, чтобы установить и сделать это все обогреваемым. Да, да, да.
А потом стеклопакет, вот этот, который остается, куда его делать? Но пока стеклопакет остается у вас, ну, смотрите, сейчас на самом деле, опять же, я говорю, это все на стадии того, что сейчас проходит презентация, вы слышите об этом первым. Вот, у нас уточняющий момент в плане того, что, естественно, там стеклопакет, он будет у вас смонтирован, вот этот термостеклопакет смонтирован на складе. Вот, то есть он будет у вас установлен. По стоимости остается пока стоимость вот такая. Цена окна плюс цена вот этого стеклопакета. Миша, вопрос, это стеклопакет производится в России полностью? Это стеклопакет производится нашими партнерами. Вот Александр, это как раз директор компании, которая для нас производит этот стеклопакет. А какой коэффициент сопротивления теплопередачи данный стеклопакет имеет? 0,56, если Дмитрий помнит, что по ГОСТу заявлено. Не минимально, а норма это 0,49 метра квадратного насыщенного. То есть здесь норму превосходит. При этом технология производства стеклопакетов по ФАКРе она сохранена. Уникальность. Даже там теплая дистанционная рамка. Чем ФАКРа производит дистанционную рамку с металлизированной проставкой. Здесь идет пластиковая дистанционная рамка. То есть промерзание через дистанционную рамку, она также полностью минимизирована. Здесь вопрос еще. Скажите, а это физически два подключения, да, стеклопакет и греющий кабель? Да, пока на данный момент, да. Они не коммуницируются никак в одном? Их можно связать в распачную коробку и сделать, ну, как бы на один. А там, опять же, на один тот же временной таймер. А вы это уже пробовали эксплуатировать? На фасадных конструкциях, на обычных устойчивых резинах, наоборот, проблема, когда стеклопакет сильно нагревается, в контакте с алюминием он может лопнуть. Да? То есть вот перегрев пакета. Здесь закаленное стекло, предотвращен термошок, разница по поверхности стекла может достигать до 100 градусов. Это сырое стекло максимально выдерживает 30 градусов перепад температуры. Готовы сертификаты? Да. Ну давайте. А вот, Миш, еще вопрос. А вот гарантийное обязательство вот по данному стеклопакету, а вдруг, ну, вот после установки... Раз. После установки окно, вдруг какие-то проблемы связаны с напылением, нет контакта или еще что-то? Его также будут обслуживать наши технологи, то есть также, если что-то происходит, выезжает технический специалист, он проводит обследование и делает заключение, в чем дело. Если это гарантийный случай, как уже Александр сказал, 5 лет гарантии, он меняется. Гарантийные все обязательства будут вести, да, компании ФАКРа, потому что продавцами являемся мы. А вопрос еще, упаковываться материал будет, то есть под брендом ФАКРа, правильно? Да, конечно. То есть мы вам обозначили, просто чтобы снять какие-то моменты, мы обозначили, что это делается в России, делают наши партнеры. Но вы можете полностью понимать, что это продукт ФАКРа, мы за него несем также ответственность, полные гарантийные обязательства и так далее. Упаковка кабеля также брендирована ФАКРа. Упаковка кабеля, Сергей, упаковка кабеля брендирована будет сейчас? ФАКРа. С ФАКРа? Да. Ну, на данный момент решается. А, да. Да.
Тарасова Ирина. Есть Тарасова Ирина? Тимур Юнусов. Титов Олег. Горелова Ольга. Николаева Анна. Никитин Денис. Денис где? Сафонов Денис. Тарабанов Дмитрий. Дмитрий, где вас? Зовите.